Приветствую всех! В сегодняшнем обзоре лампа с аккумулятором, которая заряжается от солнечной панели, называется GD Light GD025. В такой вот упаковке идет. Откроем. Видим здесь солнечную панель со шнуром. Металлический крюк для подвеса и саму лампу. Вот так вот она выглядит. Итак, теперь познакомимся поближе. У этой лампы 25 ярких SMD LED диодов. Есть кнопка для переключения между режимом Low и High. Есть крюк металлический для подвеса устройства. Сейчас мы его поставим. Вот так вот. И есть солнечная панель размерами 12 сантиметров на 7, толщина 1 сантиметр. Длина шнура 2 метра 80 сантиметров, мощность 1 ватт, 6 вольт 1 ватт, характеристики этой солнечной панели. Вот здесь описано GD Light. Так, что касается этого устройства, как я уже говорил, здесь два режима, Low и High. Заряжается от солнечной панели порядка 6-8 часов при хорошей солнечной погоде. Однако, если не пользуетесь, около 3 месяцев, говоря, если не пользуетесь этим устройством, то каждые 3 месяца заряжать его часов по 5 нужно. Когда происходит зарядка, загорается индикатор, видите, от солнечных лучей. Если зарядки нет, индикатор тухнет. Так, затем светит лампа в режиме low порядка 7 часов, в режиме high порядка 5 часов. Внутри стоит аккумулятор 3,7 вольт емкостью 800 мАч, которого хватает более чем на 200 циклов зарядки. Размеры устройства 12 на 12 и на 9 сантиметров. Очень широкое применение этой лампы в быту, в туризме, для кемпинга. То есть простое, комфортное устройство. Вот и все в этом обзоре, пожалуй. Я думаю, было вам полезно ознакомиться с этой лампой. Возможно, кто-то захочет себе приобрести такое устройство. Я думаю, вы не пожалеете, если сделаете выбор именно на этой лампе. GD025. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До новых встреч.